Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании «Альпари». Сегодня, как обычно, обсудим, какие есть интересные моменты на рынке. Ну, вот вчера достаточно хорошо фунт порадовал движением наверх. Я думаю, многие из тех, кто стояли в позициях, взяли достаточно неплохую прибыль. Но пройдемся по всем инструментам, так как разные трейдеры торгуют на разных инструментах. Понятно, что на мажорах торгуют больше, но я знаю, что на экзотику народ тоже заглядывается, особенно те, кто начали тестировать метод торговли по корреляции валютных пар, потому что вопросы приходят, там мексиканский песо, южноафриканский ранд, еще что-нибудь в этом роде. Как раз сегодня в 11 часов мы к этому вопросу, если захотите, вернемся еще раз, потому что как раз будет в 11 часов семинар на эту тему. Но пока забегать вперед не будем, так что напоминаю правила, то есть если кто-то желает высказать свое мнение по поводу рынка, это всегда приветствуется, присылайте скриншоты или просто пишите сообщение в чате. Кстати, если есть какие-то косяки с тем, что не можете отправить сообщение, значит вы либо забыли авторизоваться, либо зарегистрироваться, поэтому исправляйте эту маленькую недоработку и присоединяйтесь к диалогу. Если вы только там первый или второй раз пришли на семинар, это ты еще не привыкли пока к работе в плоскости цена и время, и подобное количество графиков вас, возможно, на начальном этапе немножко смущает, то сразу хочу сказать, что все построения уже за вас сделаны, и относиться к этому нужно как просто дополнительному вспомогательному справочному материалу, потому что при необходимости вы можете его загрузить и точно так же убрать обратно в архив. То есть вы загружаете вот здесь аналитика от Ершова. Если вам сейчас смотреть на эти построения не нужно, и вы привыкли работать по своей системе, а здесь вы просто хотели цели уточнить, да, то можно опять вернуться к настройкам по умолчанию, ну или к тем настройкам, которые вы сохранили под другим. Это уже на ваш выбор. Все индикаторы, все скрипты, естественно, в раздаточном материале есть. Вчера были нарекания, что у кого-то демо-версия попугаев не работала, да, поэтому просьба написать, нормально ли работает, потому что я вчера еще раз файл заменил, но я при вас вчера в онлайне у себя демку включил, у меня демка заработала. Я тот же файл поставил еще раз обратно в тот же самый архив, вроде бы ничего, никаких проблем не было. Но просьба все равно написать, чтобы я убедился, что никого информация не обделил. Теперь, собственно, давайте приступать. Сейчас заглянем обязательно в список новостей, потому что обычно со среды движение более интересное начинается, плюс мы в понедельник с вами считали, что в среду более весело начнется. Так что среда, четверг, это, наверное, будут самые ходовые дни на этой неделе. Так что давайте смотреть. Так, с экрана я исчезаю и отправляюсь в чат. Так. Так, Александр пишет, работает нормально. Татьяна пишет, у меня не работает. Так, Татьяна, ну тогда вопрос нужно решить в индивидуальном порядке. Значит, давайте так. В 11 часов у меня семинар по корреляции. После него можете позвонить в ростовский филиал или уже туда, ближе к вечеру. И мы с вами попробуем настроить ваш терминал. Наверняка какой-то маленький косячок, который очень легко можно исправить. Потому что те, кто ранее на аналитике были, я думаю, помните, тоже бывали случаи, когда у человека что-то не запускалось. Как правило, если немножко пошаманить, можно достаточно легко все вернуть в рабочее состояние, и у вас тоже все будет нормально показывать. Так что в этом плане вас никто не бросает. Итак. Так, еще Ирина пишет, все работает, всем доброго утра. Доброе утро, Ирина. Так, давайте смотреть экономический календарь. Сегодня, насколько я помню, среда, 6 сентября. И у нас, по сути, интерес начинается только по Канаде, потому что будет решение Банка Канады по процентной ставке и сопроводительное заявление Банка Канады. И сегодня еще бежевая книга будет. Но это почти полсуток еще ждать. Так, завтра будут интересные новости по Европе.
решение ЕЦБ по депозитарной процентной ставке, ВВП будет выходить. И еще немножко данных по Америке. Так что, ну, в принципе, первую половину дня можно сильно не заморачиваться с фундаментом. А вот когда проснутся американцы, сегодня все-таки стоит прислушиваться к новостям. То есть где-то ближайшие 6 часов, ну, относительно спокойно. Потому что по Америке еще сегодня торговый баланс будет выходить. Составной индекс деловой активности. Поэтому еще желательно почитайте сегодня наших фундаменталистов с аналитического отдела. Наверняка это вам тоже сыграет на руку. Дополнит те рассуждения, которые мы сделаем сейчас вместе. Так, Татьяна пишет, я не смогу позвонить, так как в Чехии. Ну, в принципе, дело тоже поправимое. Значит, напишите мне письмо, я скажу тогда, что нужно будет сделать, чтобы мы с вами сконнектились без всякого звонка. И, в принципе, также продуктивно. Так что вас тоже в любом случае в этом плане не брошу. Все заработает. Так, а мы отправляемся к DXY. DXY вернулся обратно в диапазон 91.51-92.33. Так что сейчас, как только этот день закроется, мы опять знаем, что с ним дальше делать. При выходе опять будем ловить на валютах один импульс, как минимум один импульс. То есть, если он пойдет наверх, доллару становится хорошо, поэтому еврик с фунтиком падают, японка и швейцарец поднимаются. Я про котировки говорю, а не про сами валюты. Да? Если же пойдет наоборот вниз, то, соответственно, еврик с фунтиком поднимаются, японка со швейцарцем опускаются. Опять же, речь идет о котировках, а не о самой валюте. Потому что здесь, понятно, будет движение именно за счет доллара, который в любом случае сидит в любой котировке. Видим мы его или не видим, независимо от этого. К новичкам обращаюсь на всякий случай еще раз, потому что периодически вопросы насчет раздатки ко мне поступают. Специально была для вас сделана общая папка для того, чтобы вы могли скачивать раздатку, даже если не попали на семинар. Она лежит вот здесь. Ну, почта моя у вас, я думаю, уже у всех есть. Так, здесь понятно, да? То есть выжидаем один день, и начиная с завтрашнего дня мы уже точно знаем, следующий импульс, куда нужно будет ждать. Потому что при выходе из диапазона уже направление нам будет известно. А величины, где take профиты ставят, нам на этот вопрос ответят квадраты, к которым мы вернемся ближе к концу часа. DXY на часах. Ну, тут, несмотря на то, что модель уже у нас давно работает, отработка последнее время как бы выше всяких похвал. Единственное, что мне в этом все равно не нравится, это то, что начинается вот этот коридорчик, и нет после двух вот этих последних рывков никакого пробития. Да, уколол, да, совпало почти пункт в пункт, но отталкиваемся же мы от чего? От пробоя уровня, да, или желательно еще, чтобы было еще лучше, от отбоя по времени. Это было бы совсем классный вариант, но до отбоя по времени нам еще сидеть и сидеть, это будет, так, навскидку, еще только через 197 торговых часов, а это по-любому больше, чем неделя, да, то есть это только 14 числа будет, так что мы еще не один раз еще успеем с вами встретиться, а пока этого времени не наступило, цена может вот так вот здесь ходить туда-сюда, и работать придется на присоединение к импульсу, то есть на пробитие 92.90 вверх, это будет укрепление доллара, или на пробитие 92.12 вниз, это будет ослабление доллара. До каких целей это может все дойти, у вас уровни перед глазами есть. Да, 91.28 вниз и 93.68 вверх. А пока он болтается между вот этими двумя, неоднозначность по-прежнему присутствует, что это подтверждается предыдущим графиком, собственно. Да? Мы просто увидели его в более явно выраженном, более мелком масштабе. Теперь смотрим на те же самые таймфреймы, но на вибрации более маленького порядка. Да? То есть мы смотрим внутринедельные колебания, а не колебания по любимому углу. И получается, что DXY еще раз попробовал вылезти вниз
за первой целью, и с двух раз у него так это и не получилось. Ошибся он совсем немножко, там буквально на несколько пипсов, да, но тем не менее ошибся. Единственное, забыли мы углы попереносить, давайте перенесем. Так что попытки наверняка еще будут, что опять же подтверждается дневным графиком. Он попробует наверняка еще раз чуть-чуть упасть к 92.15, а может быть даже его и пробить, только скорее всего у него это не очень хорошо получится. По крайней мере, с первого раза. Почему? Потому что у него осталось 6 часов для того, чтобы это сделать. А дальше у него разворотное время. И, кстати говоря, как раз к тому моменту уже начнут выходить новости по Европе. Ну и дальше уже чуть позже по Америке. Да, у нас погрешность, напоминаю, в 2 свечи обычно в расчетах. То есть как раз где-то с 12 до 16 часов нужно быть повнимательнее к тому, что может повлиять на DXY. Так что даже если он пойдет вниз, вот этот импульс, коррекция, импульс, скорее всего, это немножко затянется ближе на вторую половину дня. Теперь смотрим, что там творится с евриком. Еврик сигналов на днях так и не дает. Вот эту ситуацию мы уже с вами вчера рассматривали, так что говорить одно и то же два дня подряд смысла не вижу. Если сигналов нет, то идем сразу за более маленькими таймфреймами. Так, вижу, к нам еще присоединился Александр. Приветствую. Рад видеть постоянный состав наших зрителей. Теперь переходим на еврик на более маленькие таймфреймы. Вот он мучился, пытался дать новый сигнал. Вчера, получается, сразу после аналитики пытался зашортить. Ну, был прокол, пробития не было, поэтому никаких сигналов не было. Потом пробовал дать сигнал в лонге. Те, кто были внимательными, его не послушались, потому что был запрет для лонгов вот здесь, да. Так что никаких сигналов, именно таких рабочих, которые можно было бы применить, к сожалению, со вчерашнего дня на углах не было. Вот мы их переносим сейчас, и будет попытка сделать еще один сигнал в лонг. Единственное, особо осторожным и внимательным стоит присматриваться к уровню 1.19794. Это вот ближайший хай сильный. И получается, что цена может пройти где-то в районе полтинника и потом развернуться. Ну, в принципе, интрадейщикам этого будет более чем достаточно, поэтому я думаю, что многие воспользуются таким сигналом. Если же он пролетит этот уровень, как будто его и не было, то цели уже станут более серьезными и сразу будет понятно, собственно, если он пробивает 1.19978, перед нами в долгосрочной перспективе открывается 1.21274, но пока мы не увидели факт пробития, соответственно, мы и не присоединились. Но перспектива дальнейшего движения у нас пока что все-таки остается. Желательно, чтобы это не противоречило фундаменту, потому что, как бы я не любил технический анализ, я всегда вам говорил и буду говорить, что на фундамент обязательно нужно делать поправку, потому что он работает с первоисточником. Фунтик. Вот, по фунтику я знаю, что несколько ростовских трейдеров забирали движение вот это вверх, причем забирали его еще не вот с этого сигнала, да, а забирали еще с пробития вот этих уровней, то, что мы с вами отмечали вот здесь. Вот, поэтому интересно узнать, кто еще умудрился это движение схватить, потому что в чистом виде вот этот сигнал был не всеми замечен. 13 часов, потому что сначала вполне возможно, что вот тут могли вполне законно словить лося. И это тоже скрывать не нужно, да, то есть вот здесь сигнал был, закрытие за 1.1, закрытие за перенесенным углом. Кто не обратил внимания на вот этот уровень, который мы с вами рассматривали относительно предыдущей модели, вполне возможно могли зайти в покупку и получить небольшого лося в размере где-то в районе 23 пунктов. В принципе, не смертельно, но как бы неприятно, да. Тем не менее, после этого углы перенеслись. И, как говорится, рынок обратно все отдал. Да? То есть вот здесь вот был сигнал в покупке в 13 часов. Никакого запрета еще на тот момент не было. Давайте разберем это более подробно.
Кто давно ходит на аналитику, я думаю, вам пояснять ничего не нужно, а так как у нас новички периодически появляются, думаю, некоторые комментарии будут все-таки полезны. То есть здесь был сигнал, на следующей свече вход, идем. И вот здесь вот осциллятор возвращается обратно в канал. То есть на следующей свече при открытии вот тут уже вы получили сигнал на выход. И все осторожные на тот момент уже убежали. То есть прибыль ваша составляла порядка 55 пунктов по самым скромным расчетам. Возможно, кто-то остался сопровождать позицию и вышел на дивергенции, которая была после вот здесь. Ну, особой разницы в результате я не вижу. Да? То есть, ну, чуть-чуть больше забрали, там, может быть, пунктов на 10. Но, тем не менее, сделка была вполне неплохой. Интересно узнать, кто еще его успел схватить. Так, вижу, вот Павел пишет сообщение. Прогноз фунта отработан. Сейчас давайте посмотрим. Так, вот она была цель. 1.30.15. А так он добежал даже больше. Ну, я так понимаю, что отработали эту цель. Замечательно. Так, Евгений пишет, плюс 70 пунктов по фунту. Прекрасно. Так, дальше Павел пишет, в районе 1.31 начнется обратное движение, но в целом, считаю, будет рост продолжаться. Солидарен. Сейчас до этого мы еще дойдем. Давайте посмотрим на ваше рассуждение. Так. Значит, здесь цель была 31.095, да, то есть, ну, даже чуть выше даже, 31.095 по FIBE, по пересечению линии там чуть-чуть повыше получается в итоге. Ну, вполне возможно. И плюс, кстати говоря, если FIBE прикрутить именно с классического подхода, да, именно, точнее, со стационарных построений, то чаще всего как раз после 261.8 происходит откат назад, и потом идет еще один импульс наверх, и вполне может идти до 323.6. Так что вполне логичное рассуждение, я просто чуть-чуть дополнил. Так, дальше. Так. Александр пишет по фунту, вроде же дивер отменил сигнал на продажу. Так, ну на тот момент, когда мы видели сигнал, дивер случился на следующей свече. То есть вы могли зайти и на следующей свече убежать по диверу. То есть дивер был, я не спорю, но вы его увидели, скорее всего, все-таки на следующей свече, а не сразу. Потому что вот в таком положении, в зависимости от того, какие там у вас котировки, кто-то увидел, кто-то нет. Да? Ну а вот на следующей уже увидели все. Потому что мы иногда сравнивали, например, у кого market execution, у кого instant execution, иногда небольшие различия в котировании есть. А здесь уже буквально 1-2 пункта, когда расхождение очень маленькое, они играют большую роль. Почему я не стал его отмечать? То есть для того, чтобы подтасовки не было, я взял самый такой негативный вариант, то есть что мы вот здесь получили убыток, но потом все равно все вернули. То есть если могли заметить это раньше, то получается у вас был бы значительно более хороший результат. Но скорее всего большинство народа заметили это только на следующей свече. Так, дальше. Роман пишет, переобулся и в шорт стал с 1.30415. Так, смотрим 30. Ну, там вообще получается с самой макушки, да? Так, ну, желательно сопровождать позицию, потому что после коррекции, которая по-любому будет, да, мы уже видим, может быть еще одно движение потом наверх, которое мы уже как раз обсуждали. Так что
не становитесь в эту позицию в долгосрок. То есть прибыль вы, скорее всего, из нее соберете. Самое главное, вовремя выпрыгнуть оттуда. Так, дальше сообщение от Александра. Фунт держу с 24 августа 1.2799. Ранее отправлял скриншот. Да, помню, было. И я думаю, стоит подержать даже еще. Потом как раз покажете итоговые результаты. Думаю, всем будет интересно посмотреть. Так, дальше идет кто? Дальше идет швейцарец. Сбегал еще раз к уровню пересечения старой и новой модели. Поэтому, я думаю, желание вряд ли было у кого-то открываться, да? Плюс еще вот здесь запрет был от осциллятора, так что уровень переехал вот сюда. Потом, получается, забыли перенести так, где этот маркер. Вот. Получается, сигнал был в шорты вчера в 21 час. И он, кстати говоря, зашел за консолидацию. Давайте я консолидацию уберу, чтобы тут в глазах ни у кого не рябило. Думаю, она уже и так видна всем. Вот она свеча, на которой сформировался сигнал. Вот она. И, собственно, сейчас болтаемся в таком непонятно, то ли плюсе, то ли минусе, скорее всего, минусе. Вот. Но в целом, так как закрепился за зоной консолидации, вполне возможно, что дальше еще вниз сходит. Особенно если доллар будет себя не очень хорошо чувствовать. Так что пока непонятно, чем сделка закончится, но шансы на плюс вполне неплохие. Японка. Японка коррекцию не закончила пока на данный момент и сломала клин, то есть клина не будет уже. Убираем. Данные построения нам не помогли. И на данный момент нам нужно просто, чтобы она не опустилась ниже 108-260. Потому что если опустится, то у нас начнется тоже веселье, собственно, что и было недавно на одной из валют, когда начнется расширяющаяся формация, то есть когда возникает неоднозначность на рынке, или это может просто тупо в боковичок перерасти. Ну, скоро узнаем. Опять же, построение особо желания строить нет, но ввиду того, что у нас просто банально нет никаких сигналов, в принципе, мы видим, что у нас падают максимумы, падают минимумы, так что временно нарисовать модель можно, но проживет она у нас вряд ли долго. То есть вот. Получается наша модель. И надо замерить скорость. Так, перенесенные углы я вроде поудалял все, да? Да, поудалял. Так, скорость 8,7. Так что мы можем вот так пока сделать. Возможно, один там или два сигнала она нам все-таки подарит. Так, надо посмотреть, где у нас предыдущая модель на рост. Возможно, она нам сможет чем-то помочь. Поэтому выделю ее другим цветом. Потом при приближении с пересечениями можно будет смотреть более внимательно. То есть будет расти, надо на 109.17 смотреть более внимательно. Так, Владислав присылает скрин. Сейчас посмотрим.
Так, ну вот фактически то же самое построение. Единственное, что взяли очень маленькие колебания. Смотрите, иена за такое может наказывать. То есть вы, в принципе, можете вот сюда поставить. То есть я поставил вот сюда, да, вы поставили вот сюда. Как правило, если вы будете слишком часто брать мелкие экстремумы, то маленький шум рынка, а японка на это тоже способна, может вас заставлять входить вот в такие позиции. Это еще и против тренда позиция, да, с пробития перенесенного 1.1. То есть вы вот тут войдете, она чуть-чуть дернется, выбьет вам вот здесь стоп, а потом пойдет дальше. Поэтому я больше сторонник брать более большие вибрации, более большого порядка. Или же если вы открываете такие сделки, то закрывайте их, уходя на 15-минутки. В принципе, самой ошибки здесь никакой нет, но я бы все равно оставил вот здесь, потому что удобнее ловить среднесрочные колебания, а не краткосрочные. А так остальное никаких вопросов не вызывает. Все корректно. Так, дальше. Сообщение от Евгения. Вчера не было речи о том, что доллар-иена движется вниз. Возможно ли было поймать это движение по вчерашним сигналам? Что-то их предвещало? Но я лично вот в подобных ситуациях не сторонник искать каких-либо сигналов. Тем более вообще по иене. Иену я вообще не особо люблю. Я думаю, кто давно меня знает, тоже меня в этом поддержат. Но вчера мы с вами обсуждали что? Что нам нужен какой-то минимум. Где мы вчера с вами встречались? Вчера мы с вами встречались в 9 часов, то есть вот здесь. И мы говорили, что либо он сейчас пойдет наверх вот так и нарисует нам минимум, через который мы сможем нарисовать новую модель, вот такую вот, в надежде на светлое будущее. Да? Но говорю, пока этого нет, мы ничего не делаем, дождемся 6 числа, то есть сегодняшнего дня. Как мы видим, этого не произошло, поэтому мы ничего не делали, никаких сделок не совершали. Почему я не сторонник был рассматривать пробитие этого минимума? Потому что здесь мы действовали по сути на свой страх и риск. Потому что в данном случае от 1 числа начиналась расширяющаяся формация, а я категорически не люблю внутри нее торговать. Если ее не видно, то давайте я ее проиллюстрирую. Потому что они вообще встречаются не особо часто, так чтобы надоедать, да, но вот что-то в последние 2 недели они стали встречаться слишком часто. Да, прямо на нескольких инструментах. До этого ее не было. И вот узнаете, я думаю, да? Если сейчас еще он упадет вниз и залезет за вот этот минимум, то значит ситуация еще хуже, чем была. Ну, самый наглядный пример по золоту. Там эта формация уже, наверное, с полгода существует. Поэтому, когда вот такая заварушка начинается, я стараюсь стоять где-то в сторонке. И даже если был вот этот хороший импульс вниз, я лучше такие позиции буду пропускать. Я знаю, есть интрадейщики, которые стараются забирать все движения вверх и вниз. Я просто сторонник брать более вероятные. И все. Так, дальше. Евгений пишет, нижний перенесенный угол надо поставить свече, как на предыдущей картинке. Ну, можно поставить, конечно, вот сюда, если брать перенесенный 1.1, но в этом плане я не сторонник. А насчет минимума сейчас проверим. Возможно, я лоу не учел, сейчас увидим. Здесь 108.508, а здесь 108.499. А небольшая разница есть, здесь согласен, да. Вот так. Так, дальше еще есть сообщение. Владислав пишет, у меня для подтверждения цена должна закрыться выше уровня квадрата. Ну, сейчас до этого тоже дойдем. Так, Александр спрашивает, по фунту вы переносили? Сейчас посмотрим. Ну, максимум там и перенести можем, нам просто особо толку с этого не будет. Перенести можно, да. Так, Павел пишет, сейчас конфликт с КНДР усложняет и без того сложную политику Японии. Дальше Павел пишет, да, по золоту я ошибся,
в скором развороте инвесторы двигаются не так быстро в рынке, как я считал по техническому анализу. Ну, золото у нас занимает достаточно много времени в анализе, так как рассматриваем там и дни, и часовики, и 15-минутки, так что обсудить успеем достаточно детально, как мы обычно это делаем. Вот. А японку я бы на данный момент все равно подождал, что она собирается делать. Интрадейщикам, в принципе, если пробьет вот этот угол, пошортить можно. Вот. Но если она сейчас начнет вырисовывать расширяющуюся формацию от 24.08, то я бы 10 раз подумал, прежде чем по ней ходить. Если вы, конечно, будете открываться по корреляции, вам, в принципе, до лампочки, там есть у нее тренд, нет у нее тренда, там и так далее. А вот всем остальным по классической технике, наверное, можно поискать и другие инструменты, которые хорошо двигаются. Так, австралиец, что он там вчера делал? У австралийца была попытка в 15 часов дать лонги, но неудачная, с очередным запретом из-за маленькой волатильности. Вот, поэтому углы уезжают вот сюда, потом образовался минимум вот сюда, и, собственно, ситуация полностью свелась ко вчерашней и абсолютно так же неинтересно, как и вчера. Новозеландец. По новозеландцу мы обсуждали, что углы нам не помогут, смотреть придется по квадратам, так что к этому вопросу мы еще вернемся. Ну, а рост, собственно, закончился стандартно на одном из углов, судя по очертаниям, это напоминает 1.2. Да, это 1.2. Так что еще один импульс наверх станет последним для этой модели и придется рисовать уже новый. Ну, теперь переносим, собственно говоря, и ждем. При пробитии наверх ждать пробития обоих углов сразу. То есть вот так. Если вдруг будет вот так, то не входить. Можно будет потом пойти собирать лосей. Это не есть хорошо. Так, есть еще один скрин от Владислава. Давайте посмотрим. Так, вот как раз дополнение к предыдущему построению по японке. Вполне логично рассуждаете. Единственное, почему я вот не люблю подобные сделки делать, по двум факторам. Первое, это из-за того, что эта сделка против краткосрочного тренда. Я вообще не сторонник подобных операций. Вот. И второе, из-за того, что расстояние между углами маленькое, иена может тень кинуть, выкинуть вас из позиции и сходить ровно по вашему прогнозу. То есть наподобие того, как это было вот здесь. Вот такую тень запустит вниз, а потом пойдет к 1.1, но уже без вас. Поэтому, если ранее уже подобные сделки открывали, у вас получалось вполне нормально, да, или стопы ставите солидные, то никаких проблем. Да. Если ставите маленькие стопы, я знаю, народ иногда делает там 10 пунктов, 15 пунктов, то иена может за это наказывать. А в остальном никаких противоречий я абсолютно не вижу. То есть наша задача поймать выход из пробития углов. Я просто предпочитаю брать более большие расстояния и все. Все остальное абсолютно верно. Так, Александр пишет, S&P 500 пробую встать в долгую, поэтому закрыл только один лот, самый нижний, оставил отложенник, поставил после, не думал, что так откатится. Так, ну-ка посмотрим. Что получилось? Сегодня, кстати, индексы мы еще обсудить успеем. Так, ну вот одна позиция есть. Buy limit, жалко, раньше не поставили, так бы идеально. Идеально бы зацепил бы вот здесь. Ну не знаю, зацепит он еще или нет, да, потому что он с первого раза цель не взял. Мы это сегодня разберем поподробнее. Вот. Но набирать позиции надо постепенно. В любом случае, я думаю, плотность увеличится у вас. У него по нашим расчетам получается к 13 числу он должен попробовать еще раз за целью сходить. Так что небольшой откат он может сделать. Единственное, я бы buy limit чуть-чуть повыше бы поставил. Потому что второй раз он до него может не дотянуться. Ну а так, все абсолютно верно. Я так понял, одну уже
позицию вы в любом случае в плюсе закроете. Хороший результат. Ну, собственно, я помню, до этого у вас много было уже примеров сделок с хорошей прибылью по индексам. Так, Роман пишет, DAX сильнее просел. Ну, DAX еще на нервах ездить будет, я думаю, долго. На начальном этапе в таких позициях это часто бывает. Вот. Напоминаю, что мы целимся по DAX в район Нового года только. Поэтому, может быть, он еще по нервам весь сентябрь будет ездить. Когда уже выйдет нормальный плюс, потом уже про него забудете, будете только думать, где закрыть итоговый результат. Но это мы разберем в 2 часа более подробно. Так, новозеландцы перенесли, ждем, значит, дальнейших пробитий. Канадец. По канадцу вот эта вот формация, то, что мы с вами обсуждали, может быть действительно закончена. Потому что вроде как у нас минимумы обновились. Был сигнал в шорты, но сигнал против дивера — это не сигнал. Это, как правило, высокий потенциал риска. Ну и, собственно, так и получилось, да, выкинула его обратно наверх. По канадцу вполне возможно будет интересно в ближайшем будущем поторговать. Потому что, еще раз напоминаю, через 7 часов в 17:00 будет решение Банка Канады по процентной ставке. Чтобы вы не забыли, на всякий случай давайте я вам 17 часов отмечу, что вот здесь может более весело рынок начать двигаться. Вот. И пока что он вот думает попробовать дать сигнал в лонге. Предыдущий был, как видите, запрещен. Вот здесь. Так, и еще раз возвращаясь к вопросу DAX и долгосрочных сделок на несколько месяцев. Самое главное — это вот ошибка всех трейдеров, которые только начинают подобные методы обкатывать — это никогда не жадничайте на большие лоты. Здесь всегда спасают маленькие лоты, но большое их число. То есть не надо входить два раза по 0,5, например, да, если у вас рабочий лот единичка. Лучше войти 10 раз по 0,1 в разных моментах, когда каждый раз вы это делаете при откате. Тем самым вы работаете тем же лотом, но вероятность и эффективность существенно вырастают положительного результата. Так, с канадцем разобрались. Еврик. Теперь переходим на квадраты. Ну, еврик, собственно, на квадратах так ничего и не давал. Пара уколов тут было. Даже один запрет был, даже при учете, если бы он закрылся по ту сторону. Так что со вчерашнего дня я нового вам ничего не скажу. По еврику новый диапазон на сегодняшний день. Здесь, естественно, диапазон обновился 1.19.049, 1.19.329. Сейчас расчетное время уже отрабатывается. По сути, два уровня на сегодня уже отработались, но все равно вы их уже использовать не сможете. Поэтому обращайте внимание на 15 часов сегодня по времени MetaTrader и на 21 час соответственно. Так, Павел пишет, нам не надо 900, лучше 200 и 500. Ну, то есть метод многократных лотов, да, в чистом виде. То есть, когда вы дробите рабочий лот, которым вы привыкли работать, на большое количество маленьких частей, и каждый раз заходите с соответствующего сигнала, который будет защищен, и в результате вы накопите позицию тем же самым лотом, да, но у каждого отдельного маленького входа будет стоять свой стоп-лосс, который вы потом передвинете, да, и в результате потом все сделки схлопнутся либо по общему стоп-лоссу, где, как правило, последняя сделка будет убыточная в любом случае, ну, в подавляющем большинстве случаев, но это нормально. Вот. Либо же, если вам фартанет, вы закроете их все по take profit. Ну, такое бывает не очень часто, чаще всего закрываются в общем перенесенном стоп-лоссе, суммарным плюсом. Так, Роман пишет, суммарная маржа одинаковая. Вот в этом-то вся и прелесть, что суммарная маржа одинаковая, итоговая прибыль будет почти такая же, а потенциальный убыток будет меньше. В этом же вся и прелесть.
Если поэтому нужны какие-то отдельные комментарии, напишите в чате, я поясню. В этом-то вся задумка и кроется данного метода. Так, по фунтику. Ну, тут мы уже обсуждали, да, единственное, что здесь по квадратам сигнал был не такой хороший, как по углам, и, возможно, его здесь пропустили, но зато по целям уже было понятно, куда идем, и фунтик явно не добрал своей цели. Не хватило времени, 3,7 пункта не добрал, пойдет сейчас корректироваться к 1,3, скорее всего, и потом после этого пойдем дальше еще за следующими целями, возможно, на 1.31.026. Но коррекцию сейчас мы явно увидим, то есть либо вот сюда, либо вот сюда. Нам, конечно, лучше, чтобы в 29.70 он это сделал, да, тогда можно будет с очень маленьким стопом становиться в лонге. Так, дальше. Фунтик 15-минутки. Значит, диапазон на сегодня 1.30.241, 1.30.509. И вот фактически через 3 минуты будет сформирован сигнал в шорты, только с повышенным риском. Вот здесь. Да? Осциллятор уже говорит, что скоро все закончится, поэтому будет, скорее всего, трехволновка, да, так называемая. Импульс, коррекция, импульс. Так что лучше переждать, может быть, полчасика или 45 минут. Если он откатится назад опять 30-241, то можно пошортить его и попробовать половить его на коррекции, то есть где-то 30 пунктов вниз вполне можно будет поймать. Так, дальше Павел пишет, заметил, что часовые модели и прогнозы отрабатываются за неделю. Интересное совпадение, 23 часа 7 торговых дней, 161 торговый час, прямо как FIBA. Да, кстати, интересное замечание. Ну, вообще, если начать глубоко копать, то вы фибу найдете практически во всем, что вас окружает. Потому что я в свое время, когда Fibonacci изучал, вот, можно даже провести аналогию между пропорциями человеческого тела и закономерностями в ряде Fibonacci. Можно найти закономерности в орбиталях электронов в атоме и пропорциями Фибоначчи. То есть Фибоначчи, он случайно открыл интересное свойство пространства, в котором мы находимся, которому подчиняется большинство элементов, которых в нем находятся. А то, что мы с вами применяем, вот эти уровни, да, это всего лишь маленький частный случай, который проявляется на рынке, опять же, не из-за того, что рынок такой, а из-за того, что мы на рынке торгуем. И мы, собственно, эти же закономерности в нем и создаем, которые потом выявляем с помощью этого же правила, которое было случайно открыто при изучении скорости размножения кроликов. Ну, это так, для исторической справки. Так что, я думаю, это не единственная закономерность, которую вы еще найдете, если изучаете достаточно подробно Фибоначчи. Так, с фунтиком разобрались. Швейцарец. Швейцарец в очередной раз попробовал пробить нижнюю границу 95.849. И в этот раз ему никто не мешал. К тому же было очень красиво сразу после расчетного времени это было сделано. Да? То есть, единственное, чуть-чуть по нервам поездил вчера в 16 часов. Да? То есть, он открылся сразу за пределами обозначенного диапазона и не было никаких проблем. То есть вот момент, да. Потом цена ушла наверх, думали, сейчас пойдем стопы собирать, но все-таки он пошел дальше и взял первую цель, и вот она, вот эта пробуксовка. То самое, что я вас предупреждаю, что если с первого раза не пробивает, обычно он до следующей цели не доходит. Ну, собственно, мы так в этом и убедились. Он немножко подергался еще и сейчас заглох. Значит, был боковичок на протяжении скольки там 13 часов, да, если не будет сильного импульса сразу после 11 часа, то есть между 11 и 13 часом, если не будет большой медвежьей свечи, которая отправит цену на 95-186,
то этот боковичок так и продолжится с потенциальным откатом назад обратно к началу диапазона 95-849. Если же он ломанется дальше вниз, то отправится за первой целью и может быть даже за следующей, которая будет в районе 94-657. Ну, скоро узнаем. Швейцарец в последнее время как бы не такой сильной волатильностью обладает, но судя по дневным графикам, то, что мы с вами смотрели, потенциал еще немножко вниз пошортить у него есть. Так, дальше японка. Ну, японка отработала все практически идеально, да, то есть, несмотря на то, что времени у нее было не очень много, да, то есть, вот здесь вот на тот момент уже начала образовываться дивергенция, да, дала сигнал, все равно полезла дальше вниз. Такие сигналы я тоже не особо одобряю, даже если учесть, что он конкретно вниз сбегал, да, но тем не менее первую и вторую цель она взяла, и это вот тот случай, про который я вас обычно предупреждаю, что нужно стараться ловить именно такие движения, то есть первая цель забирается сразу, как будто ее вообще не было как преграды, да, тогда значит идем за второй, вот он ее и взял. Чем, собственно, это отличается от предыдущего примера, да, когда к первой цели подошли и начали ее колоть, кололи, только с третьего раза закрылись, можно сказать, как через забор перелезли. Вот. Здесь сейчас консолидация на второй цели. Если он сейчас этот час закрывает ниже 108-671, то есть просто остается хотя бы на этом же значении, то японка может попробовать сходить на 108-116. Но чем дальше опускается котировка вниз, тем больше наверняка желание будет у ЦБ Японии вмешаться в данное явление, потому что мы знаем, что чем ниже будет падать курс доллар-японка, тем дороже относительно доллара становится японская иена, а дорогая иена японцам, как известно, не особо сильно и нужна. Так что потенциальный разворот по иене может быть перед приходом американцев примерно в 15-20 с образованием дивера. Так что, кто хочет пошортить иену, у вас есть где-то часов 5. Потом желательно максимально внимательно за ней следить, потому что, возможно, придется убегать с позиции. Австралиец сбегал наверх, взял первую цель и тут же ушел назад, потому что был запрет на дальнейшее движение с высокой долей вероятности, что, собственно говоря, и произошло. Попытка номер два опять неудачная. Сейчас будет пробовать дать еще раз сигнал наверх. Учтите, что если с третьего раза не получится, будет почти гарантированный отскок назад. Третье касание вы уже много раз видели в работе, поэтому, я думаю, подробно о нем рассказывать не нужно. То есть, если отскочит, то на 35 пунктов можно рассчитывать. Но, опять же, за австралийца беремся только если совсем больше нечем заняться. Новозеландец. Были сначала сомнения насчет роста, да, вот здесь вот. То есть нужно было выждать, пробьет время или не пробьет. То есть мы с вами, когда встречались вот тут вот 9 часов, говорил, что нужно дождаться именно того, чтобы на времени он не развернулся, потому что может быть как. Мы так открываемся, чаще всего как бывает, открываемся в покупку, наступает разворот на время, и мы идем собирать стоп-лоссы обратно. То есть такие ситуации не так часто, поэтому стоит выждать хотя бы одну или две свечи, чтобы убедиться, что это не фрактал. Здесь фрактала не было, пусть даже и меньше, чем обычно, прибыль можно было забрать на цене 0.72513, ну и сейчас стандартно идет откат. Что делаем дальше? Значит, если сейчас откат заканчивается, желательно, чтобы он все-таки еще чуть-чуть просел к 72.095, будет попытка взять цель номер 2 еще раз. Она находится на цене 72.513, а может быть даже и пойти за дополнительной целью. Дополнительная цель находится на цене 73.035. Они у вас все перед глазами есть еще с понедельника. Естественно, уровни никак не меняются. Так, дальше. Дальше канадец. У канадца была попытка вылезти вниз, но мы с вами уже этот момент обсуждали. Да? Вот этот. Ждем выхода из диапазона 74-361, 73-661. И опять же не забываем про 17 час сегодня. Скорее всего, все веселье будет именно после него. И все сейчас на Канаде ждут именно выхода этих новостей. Поэтому и особой волатильностью до этого времени, скорее всего, у нас
не порадует. Золото на неделях пока особо сильно смотреть не стоит, потому что со вчерашнего дня в любом случае ничего нового не скажу. Но, тем не менее, замедление уже началось, это как бы факт. Рассматривать более подробно нужно только на днях и на часах, куда мы, собственно, сейчас и отправимся. Значит, расширяющаяся формация продолжается. Пока что мы не увидели подтверждения. Мы дошли до одного из уровней пересечения со старой моделью. Специально оставляю эти построения пока что. Возможно, отбой начнется именно для построения коррекции. Просто какого-нибудь там флажка, вымпела, чтобы продолжить пока движение дальше. Никаких признаков разворота у нас пока что нет, за исключением вот чисто механических моментов, да? А глобального отката пока что нет. Смотрим на наше построение. То есть 1334,63 он пробил и закрепился. И вполне возможно попробует еще немножко пролезть наверх. По механике уже признаки остановки практически зашкаливают. Но опять же судить можно только после закрытия сегодняшнего дня. То есть если посмотреть, то за сегодняшний день все еще может перерисоваться. Если будет сильная бычья свеча, красная линия вернется обратно за канал, а мы работаем только по закрытым свечам. Так что к этому вопросу мы вернемся с вами завтра. Так, есть сообщение от Павла. Дневной прогноз придется ждать полгода. Золото лучше вообще торговать как разовый вектор по цели без определения тренда, так как очень волатильно и политизировано банками. Получилось точно взять один тейк и второй ордер по трейлингу закрылся, пусть и не в общем движении, и есть скриншот. Ну, тем не менее, если прибыль забрали, уже хорошо. Я, собственно, сам не самый большой поклонник золота, я больше сторонник фондовых индексов, так как там тренд всегда очень явно выражен и достаточно легко анализируется. Так, вот, значит, была открыта позиция. Вот был ограничивающий ордер. Выкинула вот здесь. И получается вот здесь еще раз заходили и выкинула вот тут. Ну, как раз ставили за 261,8, как я понимаю, да? И вот одна еще сдалека тянулась, но тут, я так понимаю, вот как раз стоп стоял, выкинула по стопу. Так, ясно, спасибо за предоставленные данные. Кто еще хочет рассказать о своих сделках, тоже не стесняйтесь, присоединяйтесь. Смотрим за диапазоном на часах, собственно говоря, один раз уколол только вот вчера в 14 часов, никаких сигналов на вход в рынок не было. Кто хочет поэкстремальничать, на 15 минутках диапазон на сегодня 1336 577 1342 333. Выхода из диапазона пока что не было. Важное время на сегодня 11:15 16:20:45. Серебро. Так, ну, серебро уже залезла на уровни исторические, и, наверное, все-таки нам надо будет отказаться от нее, так же, как и от дневной модели, и посчитать заново. Постараюсь в течение этой недели расчеты сделать, но сначала мне нужно будет еще биткоин досчитать, потому что до этого все-таки целились на него. Как только биткоин закончу, и займусь сразу серебром. Тогда отправляемся за рублем. За счет ослабления доллара, котировка доллар-рубль идет в сторону усиления рубля, то есть вниз. И как раз отрабатывается наше старое утверждение, которое мы неоднократно видели в работе, что во время отработки любой модели с углами, рано или поздно, цена встречается с 1.1, как бы сильно она не ускорилась. Здесь, собственно, будет происходить в ближайшем будущем то же самое, даже если цена встанет на месте, то где-то вот ближе к декабрю месяцу, даже к Новому году, мы встретимся с 1.1. Интересных сигналов на данный момент нет, которые давали бы высокий потенциал прибыли и маленький потенциал риска. Так что здесь трогать его пока не станем. Brent как показатель для сделок по канадцу интересен, потому что мы с вами вчера вот этот коридорчик обозначили. Он вчера пробовал его пробить, но вот что-то как-то
не срослось, не пробило он это значение. При пробитии наверняка и канадец начнет двигаться более интересно. В принципе, здесь можно применить канал с зоной условного касания и потом уйти на более маленький таймфрейм, это на 4-часовики, например. Да? Вот. Но все-таки есть и более интересные инструменты, поэтому только если вы большой поклонник нефти, это можно применить. То есть выглядело бы это примерно вот так. И от зоны условного касания, соответственно, при выходе входим в позицию. При выходе из зоны входим в позицию. Ну, и чтобы не было нагромождения, оставлять его не буду на экране. Так, японка. Японка сбегала вниз, сломала клин, то, что мы обсуждали вчера, не стала нам давать такой сигнал. И вернулась в диапазон и даже дает сигнал в шорты, которые я бы слушать особо сильно не стал, потому что Япония может вмешаться в развитие событий. Лучше дождаться минимума, и либо она входит в следующую зону, чего она очень давно уже не делала, то есть вот сюда, и при выходе из нее мы ее подловим, либо пусть ходит как хочет, абсолютно наплевать как именно, там, допустим, вот так, и при входе в зону мы ее ловим как обычно, да, то есть выйдет вверх, мы ее заберем дальше, если выйдет вниз, прогуляется до нижней части, по крайней мере, мы уже будем иметь минимум с промежуточной целью, где она может остановиться. А вот прямо сейчас шортить неизвестно куда, неизвестно зачем, а потенциальный стоп у нас в районе 50 пунктов, ну не знаю, стоит оно того или нет. Так. Дальше. Павел задает вопрос: Алексей, как сделать канал с разной толщиной линии? Но речь, я так понимаю, идет о вот этом, да, то, что было сделано. Здесь переделанный канал Fibonacci. Я просто из инструментов Fibonacci самим каналом Fibonacci не пользуюсь. Я его просто переделал. Смотрите, здесь у него основные линии всегда жирные. Вот. А вот здесь уровень, да? То есть я выбрал жирность вот здесь. А сами уровни сделал пунктирные. То есть вот эти вот. И никаких проблем нет. В крайнем случае, насколько я помню, на фунте был канал недавно, на швейцарце был канал недавно. Так что вы можете просто в раздаточный материал зайти и вот просто двойной клик, свойства, нажать ОК, и у вас сохранятся настройки по умолчанию, даже вбивать ничего не нужно. Вот, если все понятно, то с вас плюсик. Так, а вот вижу, все разобрался. Нашли уровни, замечательно. Так, швейцарец. Ну, мы с вами обсуждали, что вроде как начинает поглядывать на движение вниз. Но, опять же, длинные тени и недоход до предыдущих расчетных уровней дает нам возможность усомниться в том, что он пойдет на большие расстояния. Да? Ну, может быть, вот там в районе 100 пунктов он вниз избегает, но это не дневные цели, как бы это смешно для дневного расстояния, поэтому если и будем работать по швейцарцу, то только на часах. То есть данная модель пока что нам не помощник. По фунтику обсуждали, что должен попробовать до 7 числа подойти к цели 1.3, потому что в прошлый раз цель не добрал. Вот здесь не хватило где-то 5 пунктов. У него оставалось еще 86 часов, чтобы повторить это еще раз. Ну вот, судя по всему, получилось. Да? Опять же, скажем спасибо доллару. Тут заслуги фунта практически никакой нет. Поэтому сейчас будет корректироваться фунтик вниз. И было бы шикарно, просто идеально, если бы он скорректировался бы вот так. Чтобы он спустился к 7 числу, к 5 часам утра, к цене 1.3. Тогда у нас может быть с высокой долей вероятности отскок по времени и отскок по цене. И сейчас заодно проверим еще одну вещь. По очертаниям похоже, по смыслу сейчас увидим. Фактически, как видите, идеальное движение по каналу. Вот здесь внутри происходит.
Так что вполне возможно, что какой-то сегмент из вот такого движения у него произойдет. Нас, в принципе, устроила бы и половинка движения. Обратно к 1,3, коррекция, и потом вверх. Ну, скоро узнаем, потому что пока по очертаниям очень напоминает подобный вариант развития. Не буду нагромождение с построения оставлять. Поэтому караулим завтра утром, но мы как раз с вами встретимся вот здесь, да? Как раз уже после того, как временной уровень либо пробьется, либо отработается. А следующая цель для роста 31671. Так, Валерий пишет: Алексей, напомните условия работы попугаев на реальном счете. Условий 2. Первое условие: счет должен быть действительно реальный, а не, как это называется, не конкурсный. У вас должно быть там $500, причем неважно, каким путем они туда попадут. То ли вы пополните, то ли вы доторгуете до этой суммы. Вот. И терминал должен быть от Альпари. Будет от другого брокера, он скажет, что вы не из нашего профсоюза, и я работать не буду. Сделано тоже чисто, чтобы не было всякого плагиата. Потому что видел в интернете, народ безобразничает немножко, поэтому пришлось немножко штрафных санкций ввести. Но демка сейчас работает, даже если у вас $1 будет на счете. Демка, как я вам уже говорил, будет до конца недели работать, до 10 числа. И это я делаю каждый месяц, чтобы каждый желающий мог взять и проверить самостоятельно эффективность его работы. Потому что я могу рассказывать как бы сколь угодно много про него, да, но пока вы своими глазами не увидите, все равно это будет всего лишь слова. Поэтому свой собственный опыт, он всегда ценится намного больше. Ну, я всегда придерживался именно этого мнения. Так, биткоин на днях не смотрим, там верхних уровней еще нет. Вот. А на часах, собственно, вниз он дальше отбиваться от 4189 не стал, а остановился на предыдущем минимуме. И сейчас идет наверх, и я так понимаю, что он идет как минимум на 4741, а по-хорошему он идет туда, куда не успел в прошлый раз, куда он не успел 1 числа. То есть он целится уже перешагнуть через предел в 5000, а конкретно на 5037918. Он, конечно, может это не успеть за один день сделать, потому что у него разворотный уровень приходится завтра на 12 часов. Но если это будет, например, вот так, импульс, коррекция, импульс, то я думаю, что на следующей неделе он вполне может уже там оказаться. Поэтому на эту тему мы уже с некоторыми трейдерами беседовали. И кто вот уже за криптовалютой достаточно давно наблюдает, тоже склоняются к мысли, что вполне возможно, что биткоин перешагнет за 5000. Конечно, фантастические цифры, которые в голове не очень хорошо изначально укладываются, да, что криптовалюта уже стоит существенно больше, чем золото. Но, возможно, это как бы новый этап развития нашего общества. Когда-то там меняли мясо на бивни мамонта, да, потом стали в качестве золота использовать, в качестве денег использовать золото, серебро, потом бумажные деньги, да, потом расплачивались пластиковыми карточками, да, там, может быть, мы перешли просто к новому этапу исчисления денег, и в дальнейшем это будет вполне нормально. Следующее поколение это будет воспринимать как должное, скоро узнаем. В принципе, все расчеты сделал, все обсудили. Давайте сейчас сохраню раздаточный материал. Так, дальше Роман пишет, 7 лет назад 5 баксов стоил, да, если вспомнить, как он вообще исчислялся изначально, вычислялось, сколько потребляет майнинговая ферма, ну или компьютер раньше это майнил, да, по расценке электричества в Америке, да, и столько стоил биткоин, там десятитысячные доли доллара. Те, кто майнил в то время, сейчас, наверное, обогатились уже. Но, правда, в истории была,
кто на семинаре был, помните этот пример, я рассказывал, была очень неудачная сделка. Один из людей, которые стояли там в самом начале у истоков майнинга, предложил купить самостоятельно, чтобы он купил пиццу за 10 тысяч биткоинов, две пиццы точнее. Вот. Я думаю, что это была, наверное, самая убыточная сделка в его жизни. Потому что потом биткоин подскочил, и эти 10 тысяч стоили уже 600 баксов. Ну, если учесть, сколько сейчас эти две пиццы стоят, то я не знаю, каких размеров они должны быть, чтобы стоили такое количество денег. Так, давайте сохраним сейчас данные. Так, 6 в 10, 19, все хорошо. Так. У кого будут какие-то сложности с установкой раздаточного материала, с запуском, скажите обязательно мне, чтобы мы это подправили. С Татьяной мы уже договорились, что напишет мне в почту, выясним, где там какие трудности возникли. Так, и теперь заходим на Яндекс.Диск, у кого уже доступ есть, да, к общей папке. Кто еще не привык, сейчас закину и ссылку вам отправлю. Так, ссылка готова. Давайте проверим на всякий пожарный, чтобы я убедился, что она у всех работает. Потому что иногда она не целиком отображается. Синим народ кликает и не отображается полностью ссылка. Что я в чате модераторов не вижу, как она отобразилась. Так, ну что, 7 человек я вижу забрали. Значит, все нормально. Вот уже 10 человек забрали. Ну, значит, все хорошо. Так, значит, какой план еще на сегодня? Кому интересны фондовые индексы, вот то, что мы уже отчасти сегодня обсуждали, S&P 500, NASDAQ, Nikkei, DAX и так далее, мы буквально минут на 15 с вами соберемся в 2 часа сегодня. И еще, кто интересуется торговлей на основе корреляции валютных пар, первая часть семинара будет проводиться сегодня в 11 часов, ну, чуть меньше, чем через час, да, вот. И вторая часть, я вам уже говорил, она полностью готова, согласована. Уже вот сейчас последние утверждения идут. В утверждении курса именно на сайте, именно организационные вопросы. Поэтому я думаю, уже в течение этой или следующей недели он уже в расписании появится. Так что скоро можно будет этот вопрос проработать более точно. На этом все. Всем удачи, попутного тренда. Встретимся на других семинарах. До свидания.